надо шахты пройти, успеть до конца лихорадки. Три шахты мне нужно пройти, чтобы вызвать 30 персов. Костя, да, надо копить. Ладно, Хиксон, не знаю, я китайский, естественно. Стоит ли учить китайский? Ну, как хочешь. Как хочешь. Ну как? Так, что-то меня немножко разочаровывает гриль пока. Ну пойдет. Блин, нравится? Нравится? Вот так. А мне нравится. Мне нравится. Подошелся. Сюда, родной. Ну, там тяжело. Очень тяжело дать. Так, но он меня не высадил, значит. Вот это вот маленькое окошко. Где она? А, вот это вообще. Так, не понял. Он же пипец ошибается. О, я думал, он гораздо раньше отъедет, и я опять не смогу выстрелить. Но все получилось очень хорошо. Прям очень удачно. Блин, ты уже вернулся с Минска? Не, я пока еще в Минске у Андрюхи. Пока Андрей спит в грани, я решил немножко покатать. Постримить. Блин. Дороже он. Хорошо. Ну, красавчик, в любом случае.
Дорога, Кингстон. Ничего, он будет играть? Хотя он, возможно, такой же вопрос задает в мой адрес. Ох ты ж, ё-моё, Сквол. Спасибо за большое количество рика. Так, давайте я подписки немного просдаю, пока фокобой все равно. Так, давай сюда. Так, дальше давай вот. Вот сюда. Что там еще? Это что такое? Это что такое? Не пойдет. Леша, нет. Ничего не пришло в норму. Будем работать над этим. О! Ну-ка давай вот сюда еще. Кинг, пока я не заброшу эту игру, я не восстановлюсь. Все просто. Либо пока не поменяю свое мировоззрение и отношение ко всем вот этим боям и ко всему тому, что происходит в игре. Пока я в нее буду играть, я буду стрессовать вечно. Так что это утопия с моей стороны думать, что вот, там чуть подправлю режим, чуть подправлю питание, все будет хорошо. Не-а, никогда в жизни. Пока присутствуют нервы от игры, большая трата нервов, будет все хреново. Ой-ой. Ну, куда? Блин. Поживи, плиз. Давно уже спрашиваю, почему не участвую в легендарной семерке. Но я не могу участвовать везде. Поэтому и не участвую. Ну, кстати, уже 6000 урона. Блин, рили, дом мешает. Опа, спасибо за босса 9 уровня. Благодарю. А я тебе писал, что стоит 10 раз подумать, чтобы начать пацану играть в это. Ай, началось. Что там? Чтобы начать пацану играть в это, ты начал тогда? Да почему нет? Игра пахнет ландышами. Гений, ничего, что ты смотришь стрим. Благодаря тому, что я играю в это.
Что это вообще за комментарии? Странные. Мы почти растащили это. Но за 20 секунд я уже не успею ничего сделать. Чтобы не стрессовать, надо не играть на результат, но если не играть на результат, теряет смысл игры, получается замкнутый круг. Вот именно, абсолютно, абсолютно верно, максимально просто. Максимально правильная, правильная мысль. Играть не на результат неинтересно. Играть на результат неинтересно. Но при этом, если ты играешь на результат, то ты меньше горишь. Но при этом, когда тебе неинтересно играть, ты тоже от этого не получаешь удовольствия. Все. Максик, который написал 4700, вот после него уже... Ну хотя ладно, ладно, ладно. Давайте опять до Грарника. Все. Допик Дурик, Харитаки, это уже не считается. Расул, короче, отсекает. Да, небольшая задержка есть. Ну где ты? Хорошо. Че рискнет? Стервист. Сервист. Сервист. Да что ты делаешь? Чего врезаетесь? Хорошо. Но что-то мне подсказывает, что в этом бою возьму 3 отметки. По ощущениям. А вам так не кажется случайно? Какое сочное дерево сейчас повалил. Нормально там. Типок.
Ну что, нам нужен еще один профессиональный выстрел. И по сути, мы возьмем три отметки. Сюда. Two. One. Let's go. Танканули фаша. Кстати, я могу не успеть уехать. Блин. Нафиг я это сделал? Это было смешно. Куда ты выперся? Он здесь куда залетело? Девяносто пять тридцать один. Ну чё? 6300. Кто написал 6300? Победил и поздравляю с тремя отметками. Серега, ты реально победил? Ну-ка, давай смотреть. Давай смотреть, я перепроверю все. Так, 6500. 6900. 6350.